Предприниматели, занимающиеся социальным бизнесом, могут получить статус социального предприятия. Это необходимо для участия в грантовых программах. В этом году в Тюменской области планируется разработать новые инструменты поддержки. Формированием перечня социальных предприятий занимается Центр инноваций социальной сферы Фонда инвестиционного агентства Тюменской области. К социальному предпринимательству относятся доп. Образование, работа с особыми детьми, содержание частных музеев и другие социально значимые проекты. Прием документов для признание предприятия социальным продлится до 1 мая 2021 года. Получить консультацию по включению предприятия в перечень можно в инвестиционном агентстве Тюменской области.